Посчитан, подсчитан, принят. Городская казна прошла первые чтения. Депутаты внесли некоторые коррективы и определили узкие места, работу над которыми необходимо форсировать. У нас особенный бюджет. Мы прекрасно понимаем, что более 70% городского бюджета ежегодно тратится на социальную сферу. И мы нисколько не ущемляем работников социальной сферы, детей, питание детей в этом направлении, развитие социальной сферы. Все параметры мы сохраняем. Что касается бесплатного питания учащихся первых-четвертых классов, на следующий год заложено порядка 64 миллионов рублей. Работа со сферой образования этим не ограничивается. Город не планирует снижать темпы ремонтных работ в образовательных учреждениях. В 2021 году мы планируем сделать косметический ремонт рекреаций в начальном блоке, в старшем блоке, ремонт электрощитовой и частичный ремонт канализации. Еще одна реперная точка – формирование комфортной городской среды. За время работы программы одни уголки Ульяновска уже изменились в лучшую сторону, другие – на подходе. Например, двор дома номер 2/19 по улице Корунковой. Всего в адресный план вошло 29 дворовых территорий. Ждали это мы давно. И все радостны, чтобы вы сделали благоустройство нашего двора. Контролировать будем, как же обязательно я назначу людей таких, чтобы они здесь ничего не пропадало и тому подобное. Будем помогать. Теперь, собственно, к цифрам. Доходная часть городского бюджета 11 миллиардов 415 миллионов. Расходная 11 миллиардов 715 миллионов. Это не пустые цифры. Задача обеспечить не только развитие города, но и в первую очередь решение вопросов, связанных с распространением COVID-19. Со стороны городского бюджета это меры, связанные с социальной поддержкой, социальной защитой населения, наша универсальная программа «Забота», это школьное питание и другие вопросы, связанные с поддержкой людей. С учетом всех пожеланий и наказов жителей, основную работу над формированием бюджета депутаты проводили не в кабинетах и не в процессе заседаний. Чтобы оперировать фактами и обсуждать реальное положение дел, профильные комитеты Гордумы отработали, что называется, на местах, в тесной связке с ульяновцами.